привет! Мы Маша и Настя Толмачевы, победительницы детского конкурса «Евровидение 2006». Смотрите, она даже кусается, вот смотрите, видите? Вот почему мы ее прозвали Тигр. Мы специально сбежали с уроков, чтобы показать вам наш прекрасный город. Это главная улица города Курская, улица Ленина. Девочки, мы только бросаем розовый шарок, но это надо лучше для тебя. Да? Ну, потому что я люблю розовый цвет. Раз, два, три, и... Хорошо. Не сразу девочки научились друг друга поддерживать, взаимодополнять, потому что мы к этому шли, стремились. И тем самым вот они вот одержали победу, хотя они особо и не поняли, в чем дело. Они чувствуют, что папа их любит, то, что он их слушает, то, что он всегда заботится о них, то, что вот их даже больше интересует мнение папы, чем мама. Садись. Ну, я поехала. Ну как, тебе понравилось, Маш? Ты же знаешь, что я любительница машин? Конечно же, мне понравилось. Вообще супер. Спасибо. А ты можешь попикать? Конечно. Давай. Папа, а папе пикать надо завести? Знаешь, какой браслет, Маш? Мы очень обожаем сережки, браслеты. Вообще, я больше всего люблю кольца. Вот мне нравится почему-то кольца. Это наша комната. Здесь очень много игрушек, которые нам дарят поклонники. Пойдем. Умный взгляд. Холодный нос. Самый лучший в мире пес. Хоть ему и надоело, он лапу подает. Лапу дай, лапу дай, лапу, лапу дай. Вот это я. А это я, Настя. Когда они пришли ко мне, конечно, было немножечко сложнее их отличать, потому что в детстве все дети более одинаковые. По голосам я их различала. Маш, все время оглядываешься на Настю. У тебя своя задача, у нее своя задача. Поехали. Да, обычно дети, как и все. А вообще у нас мечта, цель наша. Победить на взрослом Евровидении. Да, и хотелось бы победить на взрослом Евровидении.